Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Полины Калашниковой, логотип, который вам нужен, 10 основных фактов. Обзор этой книги сделан совместно с компанией Master Bundles, маркетплейсом цифровых элементов для создания превосходных дизайнов. Любой дизайнер может в несколько кликов загрузить сюда свои работы и начать зарабатывать прямо сегодня. Все подробности по ссылке в описании. А мы начинаем. Факт номер один. Три шага потребительского пути. Каждый потребитель, по мнению Калашниковой, проходит три последовательных этапа в своем пути. Знакомство, восприятие, доверие. Логотип важен на всех этапах, но больше всего помогает на этапе знакомства. Понимайте своего потребителя. Потребитель – это живой человек со своим мироощущением. Его лучше узнать заранее, чтобы понять, насколько совпадают ваши ценности. Если удачно настроить айдентику, ценности заказчика будут соответствовать потребительскому запросу. Не развлекайте дизайном. Смешение стилей позволяет создавать вещи, которые бросают вызов общепринятым представлениям, однако дизайн не должен развлекать. Его ключевая задача – сделать осознанным, понятным и прозрачным проектный путь бизнеса. При проектировании логотипа выберите что-то одно – минимализм, концептуализм, авангард или леттеринг. Думайте о людях. Для дизайнеров нет плохих и хороших заказчиков. Есть клиенты, которые способны мыслить системно и логично, и те, кому это не удается. Дизайнер нужен там, где думают о людях. Пятый факт. Конкуренция – это мощный двигатель торговли и добра. Сначала бренд выбирает клиента, а потом клиент выбирает бренд. Логотип – это точка касания, которая важна во время первой встречи бренда и клиента. Шестой факт. Минимализм – выбор стартапов и веб-проектов. Задача дизайнера – рассказать просто о сложных вещах, поэтому минимализм в тренде. Этот стиль основан на трех основных чертах. Каких именно? Ответ в текстовой версии обзора по ссылке в описании. Концептуализм. Идея превыше исполнения. Концептуализм основан на работе с идеей и ее выражением в экстраординарных образах. Идея превыше исполнения, поэтому логотип не всегда прямо указывает на то, чем занимается компания. Яркий пример концептуализма – логотип Apple. Восьмой факт. Авангард как броская простота. Авангард основан на предметности, броскости и цветовой контрастности. Он позволяет добиться броской простоты. На сегодня авангардный логотип – это часто иллюстрация. Преимущество буквенного логотипа – леттеринг. Леттеринг – это индивидуальное и неповторимое написание букв в шрифтовых гарнитурах. Леттеринг – это универсальное решение формирования эмоций. У букв широкая аудитория, так как любой человек умеет читать. Заключительный факт. Компетентный дизайнер сделает работающий логотип. Хороший логотип – это качественная визуальная коммуникация. Если продукт после айдентики видят, как и задумано, то логотип состоялся. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинку от Полины Калашниковой. Логотип, который вам нужен, вместе с «Читай быстро».